Приветствую, друзья. Вчера я записывал видео про переливы. Возможно, кто-то думал, я пошутил, но тем не менее я продолжаю рассказывать вам об апельсине и то, что я совсем не пошутил. Давайте зайдем. Вот смотрите, у меня люди зарегистрированы тут. Давайте будем смотреть их структуры. Смотрите, вот эти люди. И вот эти люди, они начали переливаться из матрицы в матрицу. Давайте в следующую матрицу зайдем. Ну, я могу сказать вам только одно, что кто зашел первоначально, кто зашел самым первым, тот и снимает сейчас на данный момент все сливки. Здесь три площадки. Вот смотрите. Роберт зашел, под него пришло три человека, соответственно, пришло три перелива и так далее. То есть и так далее, и могу показывать до бесконечности вот это все, все, что. Вот, смотрите, смотрите, что творится, смотрите, что творится в этом проекте. Возможно, кто-то его не воспринял серьезно, я тоже первоначально не воспринял серьезно, но тем не менее, вот эти люди, которые зашли под меня после, соответственно, пока у них переливов нет, но я думаю, за сегодня, за завтра, после этого видео, люди поймут, что все это реально, все это возможно, и начнут активировать свои площадки. Сразу рекомендую, что сделать, сразу рекомендую активировать все три площадки. То есть площадку на 280 рублей, на 1450 рублей и на 120 рублей. Но вы можете также заходить, если вы не доверяете, соответственно, вы можете заходить по бюджету. То есть вы можете заходить на 120 рублей, на 280 рублей, на 1450 рублей. Покажу свои матрицы и могу сказать только одно, что места пока еще свободны. Вот Гамлин, верно, у меня есть свободные места. Это самая не бюджетная, это самая прибыльная площадка, в которой можно зарабатывать достаточно много. Но люди вот для проверки начинают заходить вот на площадку за 120 рублей. То есть для проверки можете зайти и, соответственно, вот будете вставать здесь, вот в моей матрице и от меня получать переливы. Я от этого не отказываюсь. Вы все в моей команде. Кто еще не активировался, то милости просим. Есть возможность зайти на 280 рублей. Заходите на 280 рублей. Есть возможность зайти на 1450. Соответственно, заходите на эту сумму. Есть возможность зайти на 120 рублей. Заходите на эту сумму. Но лучше, конечно, не экономить, а сразу заходить на 1850 и получать переливы лично от Бориса Маркелова. На этом заканчиваю. Всем привет.